Панцирь С1 по кодификации НАТО, Са-22 Грейхаунд, с английского «Борзая», российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного и морского базирования, предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов, в том числе комплексов ПВО большой дальности, от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Также может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз. В 2016 году закончена разработка модификации комплекса «Панцирь-СМ», в котором за счет применения вновь разработанной многофункциональной станции прицеливания дальность поражения целей увеличена до 40 км. «Панцирь-С1» представляет собой зенитный ракетно-пушечный комплекс малого радиуса действия, размещаемый на гусеничном шасси, колесном шасси грузовика, прицеп или устанавливаемый стационарно. Управление ведут 2 или 3 оператора. Противовоздушная оборона осуществляется автоматическими пушками и управляемыми ракетами с радиокомандным наведением с инфракрасным и радиолокационным слежением. Комплекс предназначен для защиты малоразмерных объектов от средств воздушного нападения, как пилотируемых, так и беспилотных. Кроме того, комплекс способен вести борьбу с легкобронированными наземными целями, а также живой силой противника. Особенность комплекса «Панцирь-С1» состоит в совмещении многоканальной системы захвата и сопровождения целей с ракетно-артиллерийским вооружением, создающим непрерывную зону перехвата цели по высоте от 0 метров минимальная и по дальности от 200 метров минимальная, досягаемость по высоте 15 км, по дальности 20 км, даже без внешней поддержки. Время реакции комплекса 4-6 секунд, 1,5 секунды между пусками ракет, как и захватами целей системой. Количество одновременно обстреливаемых целей в углах плюс-минус 45 градусов, 4, в углах плюс-минус 90 градусов, 2. Максимальная скорость захвата равна 10 целям в минуту. Модульный принцип позволяет размещать систему на любом шасси, в том числе на гусеничном. Пушечное вооружение – малокалиберная автоматическая пушка 2А38М, калибр 30 мм, эффективная максимальная дальность стрельбы – 4 км, скорострельность – 5000 выстрелов в минуту. Ракетное вооружение – двухступенчатая сверхзвуковая твердотопливная ракета 57Е6Е, высотность цели – от 15 метров до 15 км.